Буквально вчера его нашли ребята на помойке и принесли нам. Его буквально помыть, и он полностью готов к катанию. Все, отличный велосипед. Евгений, один из организаторов акции, говорит, не ожидали, что всего за одну неделю барнаульцы принесут 50 велосипедов. Во время прошлой акции собрали всего 15 средств передвижения, так что сейчас пошли на рекорд. Довольно много хороших, которые, в принципе, там помыть, смазать, и они готовы накачать колеса. Такие минимальные какие-то вложения сил и времени в них. Много людей приносят коляски, приносят еще что-то там, какие-то такие детские машинки, по-моему, какую-то одну принесли. Первый раз акцию организовали в 2017-м. Тогда велосипеды подарили детям из малообеспеченных семей и пациентам детского онкоотделения, которые учились кататься прямо в больнице. Нет возможности выйти ни на улицу лишний раз, ни поиграть, ни тем более какой-то велосипед на улицу вообще нельзя, как особенно вот сейчас солнце начнется. Будем кататься дома, значит. Марка велосипеда не имеет значения, поэтому приносят горожане довольно старенькие экземпляры, какие-то могут пойти на запчасти. Хотя этот с виду невзрачный мешутка после небольшого ремонта еще послужит новому хозяину. Цепь нужно будет поднатянуть, видите, вот здесь нужно два болта расслабляются, цепь поднатягивается. Организаторы говорят, приносить можно не только велосипеды и коляски, но и самокаты, а также роликовые коньки. Последние желательно в исправном состоянии, ведь починить их практически невозможно. Если не получается самим доставить средства передвижения, волонтеры могут приехать и забрать. Сейчас на ваших экранах телефон, куда можно звонить. Акция завершится 30 мая, уже 1 июня. В День защиты детей велосипеды планируют дарить. Мы будем вручать детям из разных семей, то есть есть семьи, где детей там по 8 человек, там по 5, по 6, по 3 человека, и у них совершенно нет никакой возможности купить себе такой велосипед. Так что если на вашем балконе, в подвале или гараже завалялся ненужный старенький велик, детский или взрослый, приносите его по адресу Ленина 54В с 10 до 19:30. Возможно, именно ваш велосипед поможет исполнить чью-то мечту и сделать жизнь ярче и интереснее. Татьяна Голубева, Александр Антропов, «День с толком».